Так, металлические для солнечных элементов 5 штук. Это я, ребят, покупал достаточно дорого. Тут написано 2 бакса. Но на самом деле тут цена за штучку 100 рублей. Это для моего обзора основного для канала. Специально пришлось потратиться, приобрести вот эту штуку, очень полезную. Вот они. Тут их, если не ошибаюсь, штуки, сколько их тут? 5 штук, да. Ну, представьте, 5 штук 500 рублей. Вот 500 рублей мне пришлось потратить на то, чтобы продемонстрировать своим посетителям вот такую шину, которая используется для гнущихся солнечных батарей. Ссылка, как всегда, будет под видео. Но, блин, вот за что? За что? Да, они тут сделаны хитро, чтобы максимально вот избежать и гнуться вот так вот на излом. То есть, чтобы элементы гнулись, как бы, не ломаясь в местах спайки. Но платить, представьте, за вот эту штуку, чтобы поскрепить два элемента 100 рублей, когда элемент стоит, например, ну, тоже около 150 рублей дешевый. До 300 они, правда, стоят, да. Ну, это вообще космическая цена получается. И смысл в этом теряется. Ну, это я дело оставлю. Что-то очень похоже, что это... Вообще у нас когда... Ух ты, Калифорния, ребят. Из Калифорнии мне прислали. Отлично. Вот как-то вот так вот. Да, 3-4 ватта всего элементы, блин, и вот такая вот дороговизна. Стоимость 2 бакса, якобы. 5 баксов, получается, стоит вот это вот все без учета доставки. Ну, на этом все. Скоро будет на основном канале ролик по этим элементам, соответственно, там будет все это говориться. На этом спешу откланяться. Всем удачи, всем пока.